Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем с вами проходить игру «Машины таинственных убийств». Мы с вами закрыли первое дело. Теперь у нас должно быть дело номер два. Поэтому давайте начнем. Всем приятного просмотра и поехали. Так. У нас есть... Что, можем посидеть на диване. Ящик у нас есть с вами. Что, в ящик, интересно? Давайте к ящику кладем. А потом поговорим уже с Нейтом. А что у нас одежда? Выпить 10 чаш кофе. Получите... Ничего себе. А плюс в эпизодах с 1 по 4. Один из 4 собрано. В 3, в 5 и в 7. А на это тоже что-то есть? Используйте все бонусы в подвале по одному разу. Что за бонусы, интересно? Два, четыре, шесть и восемь. Угу. Давайте кофе попьем. 10 чашек надо выпить, я понял. Банан лежит. Так. Вкусненько тебе. Так, ну давайте глянем теперь. Работает? Ну, не знаю, сколько мы выпили, не показывано, кстати. Что, нам на это что-нибудь скажет? У тебя нет других занятий, кроме как докучать мне? Понятно. В лесу ночном. Выберите тут на улице поступление, что начнете расследование. Место, сцена 2.1, место городской парк. Давайте начнем. Городской парк, окраина города, 10-15. Так, ты точно справишься? Да, я же сказал, что мы много лет не общались. Но Лу был полицейским, так что он просто обязан найти того, кто это сделал. Я слышал, что после Око Лу подался в частный детектив. Возможно, он как раз видел... А, вел какое-то расследование. Что у нас уже есть, свидетели? Нет, тело обнаружен местный бегун. Хочешь поговорить с ним? Лучше ты, мне надо немного быть одному. Так... Давайте смотреть, что у нас по уликам. Значит, пока улик-то у нас нету. Найти имя самого важного свидетеля. Я детектив Кларк. Это вы обнаружили жертву? Да, вышел на утреннюю пробежку, и он лежал там без движения. В котором часу обнаружили тело? Около 7 или... Да, все сходится. Как раз начинаю пробежку в половине 7 в другом конце парка. Видели кого-нибудь еще? Кто-нибудь подозрительного? Нет, никого. В парке в это время тихо. Все оживают примерно в 7, поэтому я люблю приходить пораньше. Вы бегаете здесь каждое утро? Стараюсь, хотя порой планы приходится менять. И не говорите, сама каждый день планирую пойти в тренажерный зал. Целую вечность там не была. В этом день нужна дисциплина. Вы видели убитого раньше, когда бегали по этому парку? Может... Нет, сегодня видел впервые. Спасибо. Так. Петро, слышал тело 7. Каждое утро не знает жертву. Узнать имя самого важного свидетеля. Ну понятно, что это Питер Роуз. Да. В смысле? Ну пошли, типа, ищем, чё.
Я просто думал, что это типа начало. Блокнот Лу. Маркус Ли. 3 5 0 1 17. Маркус Ли. Телефон номера Маркуса. Только Маркус Ли. Пропал человек. Могите найти Билли Ли. 17. Рыжие волосы. Взяли в торговом центре, взяли участие города ранним вечером в субботу. Была одета в темные джинсы, белая футболка, красную куртку. Если найдете, а? Телефон Джей. Билли Ли. Пропавший подросток. Так, и давайте. Лу Ла Палья. Частный детектив Кол Терана. Так. Ну, больше у нас. Тут что лежит? Реклама зала. Жетон удачи, да, вот центр, 2 этажа автоматов. 3 5 0 1 62. Адрес зала игровых автоматов. У нас есть открыто с 10 до 22. Так. Ну, больше вроде бы и ничего. А, нет, листочек вот лежит тут. Таница была около 22, городской парк Фонтана. Адрес парка. Встреча 22 с кем-то. Ну, наверное... Ой, наверное, все. Давайте с Нейтом поговорим. У нас есть... Что, по-твоему, он делал в парке в это время? Не похоже, что он одет для бега. Единственный спорт, которым интересовался Лу, это ставки. Точно в порядке. Я могу взять дело на себя. Я справлюсь. Судя по месту, времени и характеру его работы, я бы предложил, что у него была тайная встреча с кем-то. Вероятно, с кем-то знаком. Возможно, у Лу никогда не было много друзей, поэтому удивлюсь, если он был убит кем-то из своих знакомых. Должно же быть что-то, что даст нам понять, почему Лу был здесь. Так. Блин, тут сразу накидали. Так. Нашел тело 7. Нет, навряд ли. Ну нет, это не знает жертву. Расследование. Пропавший подросток. Вот это точно. Маркус Ли. Нет. Маркус Ли, Маркус Ли. Так, адрес парка. Так, ну давайте поговорим. Там нечего говорить. Что там у тебя? Похоже, страница блокнота Лопали. Написано, что встреча у него была назначена здесь в 10 вечера. Встреча с убийцей? Возможно. Я нашла объявление пропажи человека. Возможно, принадлежит Лу. Он же частный детектив.
Так. Нет. Маркус Ли. Адрес залога в автоматах. Пропавший подросток. Так, Питер Роуз. Видимо, что нет. Тут он никого не видел. Да нет, ерунда. Так, ну давайте поговорим еще раз. В записи клуб упоминает некий Маркус Ли. Та же фамилия, что попавшего подростка. Хм, думаешь, Маркус нанял, ну? Думаю, стоит навести этого Маркуса. На-на-на-на-на-на-на. Удивление пропавшем человеке. Нет, надо не отсюда по-хорошему. Наверное, видишь. Блин, ну как-то должно же быть логика какая-то. Но нет, не то все. Все не то. Ну, Маркус Ли, я так понимаю, вот. Маркус Ли у нас именно... Основной важный свидетель, как раз. Адрес родителей. Что вот он нам дает? Непонятно. Блин, просто мы сейчас вообще мало с вами откроем. Давайте интерес посмотрим. Нет подсказок. А все что ли? Все-таки. Б. Ну, я нечаянно поторопился, да. А что-то вопросиков слишком много осталось. Кружной криминальный отдел, Полис Плаза, 12.00. Есть какая-нибудь информация о теле? Пока нет, скоро будут результаты вскрытия. Отлично, у нас есть адрес Маркуса Ли. Значит, нам туда и надо. Пошлите еще куфика бахнем, чтобы открыть. Так, пьем кофеек. Так, попили. И давайте наведаемся к Маркусу. Дом Ли. Дом Ли, деловой центр, час дня. Выглядит не так плохо. Не похоже на место, откуда хочется сбежать. Думаешь, дело в самом доме, а мне в жителях?
Так. Маркус Ли. Я детектив Кларк, это детектив Хьюстон. Спасибо, что уделили нам время, мистер Ли. Что угодно, лишь бы вернулись Билли. Мы здесь совсем изобили. Лу Лапаль, я его нашим мертвым сегодня утром. Лу мертв? К несчастью, да, но нужно задать несколько вопросов в ваших отношениях. Да, конечно. Когда вы наняли Лапалью? Несколько недель назад один знакомый дал его номер. Когда вам попала ваша дочь? 3, может, 4 недели назад, примерно так. С ней уже случалось что-то подобное? У нее не лучший характер, если об этом. Прогуливать школу и тому подобное. Одни хлопцы совсем не ценят того, что я ей даю. Что я для нее делаю? Услуги детектива недешевы. Вы где-нибудь работаете? Сейчас нет. Потерял работу на заводе несколько месяцев назад. Сократили. Непростое было время. Но все потихоньку налаживается. Скоро у меня первая рабочая смена на защитной станции. Спасибо. А, у нас, видите, часть улик перекатилась к нам. Пока, видимо. Так. Что, почему и где? Так, давайте дальше. Я Стив Кларк. Вы можете называть меня Кэсси. Как вас зовут? Джейми. Ее зовут Джейми. Джейми, красивое имя изображайте, если я задам вам несколько вопросов. Я думаю, лучше поговорить со мной. Она сейчас очень подавлена. Джейми Ли, синяк на лице, сестра Билли, говорит неохотно. Так, ну пока не шибко. У нас много всего. Недели 3, 300 долларов, только на личные ЛО. Счет от ЛО. Так. Жетонный зал игровых автоматов. Такое чувство, что он бабла просто поднял. Так. Нож Viper Six. Опаньки. Зазубренный край. Ну-ка. И вот еще нож. Кухонный нож. Ну, если колото, хотя зазубренный край зависит от того. Давайте поговорим. Так. Маркус очень не хотел, чтобы мы поговорили с Джейми. Я бы сказал, что он заботливый отец, если бы не синяки на ее лице. Тоже заметил их? О, хотел бы я припечатать стенки его самого, но мы должны быть осторожны. Согласен, нужно поговорить с ней наедине и выяснить, что она знает. Я нашел жетон из зала горых автоматов. Да я угадаю, это с того же зала, что и найден на рекламе. Сомневаюсь, что это просто совпадение. Лу был кем угодно, но уж точно неплохим детективом. Если мы выясним это, то и он тоже, ручаюсь. Значит, раз Лапаль, я думал, что зал автоматов важен для поиска Билли, он важен для нас. Это недалеко отсюда, можно прыгнуть.
Так. Джейми, могу я задать несколько вопросов? Я же сказал, что лучше говорить со мной. Я лишь пытаюсь выяснить обстоятельства пропажи Билли. Она ничего не знает. Противный дед. Дед мужик. Так. Красивый у вас нож. Подарили по случаю отставки. Вы служили в морской пехоте? В морских котиках. Легко могло быть только вчера. И вы были в котиках? Мой отец был, но ему не дарили таких подарков. Это тоже называется Viper Six. Красиво. Насколько помню, обычно есть пара. Хорошая у вас память. У меня был второй. Что с ним случилось? Потерялся недавно или, может, дал кому? Не помните, как давно он пропал? Неа. Похоже, Лу ждал оплаты. Сумма не маленькая. Как долго он работал на вас? Ну да, иногда мне казалось, что он больше интересован деньгами, чем поисками дочери. Он нашел что-нибудь, оцепки, местонахождение Билли. Черт из два, с две недели старался меня целое состояние ни за что. Как его не спрошу, отвечал, что уже близко, а с дураками держал, не иначе. Я кто угодно, но точно не простофили. Так ему и сказал, не собирался платить деньги ни за что. Как он отреагировал? А вы как думаете? Навешал с трекороба, что он напал на след, что скоро сделал то и это. Но это все были лишь слова, я видел его насквозь. Спасибо за помощь. Так. Ну, блин, это странно. Очень странно. Ну-ка, а с ней-то можем поговорить? Больно легко. У него есть армейский зубренный нож. И рана на лопале была с неровным краем. Что указано за зубренное лезвие? Наподобие лезвия Viper Six. Думаешь, это и есть орудие убийства? Вряд ли он мог настолько осторожен. У ножей два, и второй пропал. Мы можем отнести это в лабораторию, возможно, у нас другой нож. Но если он из набора, то характер повреждений совпадет. Хорошо. Подождите, а что здесь у нас? Можем сюда выйти, а нет? Не, не можем выйти. Подсказок я больше вот не вижу как таковых. Ну, по мне, парк ссоры за оплату, ну, предварительно, я так понимаю. И расколото. Давайте потестим. Неверно. Чтобы удалить связь, соедините узел ответа с узлом улик еще раз. Ну да, это было бы просто. Это было бы просто. Пропало ты 4 недели назад. И чё? И? Ну, подсказали они мне, чё мне это дало? Да им нечего спросить. Я соединил вот эти подсказок, нет, ну так в смысле? Нож.
причина. Ну, ничего не так. Ну, они точно не зал. Что? Монеты. У нас что, орудие убийства? Я не понимаю. А почему зал графа автоматов, объясните мне? Бля, ну ладно. Не совсем логично, что-то не понял, почему, что в Залевске, что должно по поводу всего этого. Он явно был настроен против Ло. Не дал сказать сестре Билли ни слова. Может быть, он просто заботливый отец? Или же он что-то скрывает? Хочу отправить нужную экспертизу, если я права, формулей засыпает с формы ран на шее Лопалья. Мне нравится. Что? Что ты полагаешь на интуицию? Ага, увидим, что из этого выйдет. Залагер автоматов? Пойду заведу машину. Чуть еще кофейка дрябнем. Как-то честно, орудие убийства, нож, ссора, но я не совсем понимаю, при чем здесь зал игры автоматов. Я понимаю, что к нему все сходится, но где убийство-то было в парке? В чем здесь зал игры автоматов? Так, зал игры автоматов, жетон удачи, давайте. Так, китайский квартал 1845. Тухлое место, с кого начнем? Бр за тобой. Много с кем можно поговорить. Окружники правильно отдел. Есть минутка? Я ищу молодую девушку, примерно вашего возраста. Это же волос, зовут Билли. Не знаю такую. Точно уверенная? Уверен. Так, частный детектив Ло Лопалья, знаете такого? Впервые не слышу. Хочу сказать, что никогда здесь не был, не спрашивал о Билли. Хочу сказать, что если он и был здесь, никогда ни со мной не говорил. Закончили, да? Пока что да. Нет пользы. По идее, должна быть где-то еще штучка, давайте, знаете, какая-то... Так, давайте поговорим тут. Так. Я разыскиваю девушку. Примерно вашего возраста, рыжий волос, зовут Билли. Не знаю такое, что она сделала. Она пропала. Отстой быть ей, наверное. Какой больше снять? Хотите ничего рассказать? Не говорю желанием. Вы знаете честный детектив по имени Ло Лопалья? Никогда не слышал это имя. Так. Меган Мерфи, синяки. Джим Суэйн. Детектив Кларк, окружной криминальный отдел. У меня к вам пара вопросов, пропавшей девушке, одному человеку, который мог бы о ней спрашивать. Валяйте. Пропавшую девушку зовут Билли Ли. Вы знаете ее? Всегда много тебе приходит. Многие сбегают из дома. Я не помню большинство из них.
Я не сказал, что она сбежала. Она же пропала, так? Имя Лопали, он что-нибудь говорит? Никогда не слышал. Он мог искать девушку. Что всякие приходят в поисках девушек, если понимаете, в чем я. Да, но эта девушка пропала, он был частным детективом. Все равно ничего о нем не слышал. Он мертв. Бывает. Эти жетоны отсюда, верно? Хотите обналичить их? Мы нашли их в доме Белири, значит, она точно была здесь когда-то. Что ж, она явно не возвращалась сюда, иначе бы она их использовала, верно? Не покидайте пределы штата, мистер Суэйн. Мы еще вернемся. Да лжет. Так. Кто, когда? Ну, что-то вообще, конечно. Подождите, а давайте с Нейтом можем поговорить, нет? Или улики поискать, что-то вообще печально пока все. Блин, и улик тут никаких нету. Вообще странно. Вот синяки меня смущают. А если мы сделаем... А не мог ли он с ним, по идее, в парке встретиться? Раз там листовка была. Встретил в парке, не? Так. Не, должны быть еще по любой диалоги. Да я косяк ничего не нашел, надо поудалять много всего. Нет, нет. Так, так, так. Так, так, так. Ну он точно лжет. Что-то он брешет. Не, нет.
Не, ну что-то надо выяснить здесь, блин. Говорит неохотно, Джейми Ли. Не можем поговорить. Ну что-то вообще я запутался. А, во, блин. Зерберь, что-то, ну, какие-то улики есть. Блин, а так не показывала. Видите? А, показала. Декорта га Беллини. Блин, ну чё ж так-то накосячил опять? Так. На одном из автоматов рекорд поставил игрок Беллини. Должно быть, это что, несколько часов. Все еще уверен, что не видели девушку? Вы знаете, сколько автоматов и сколько людей на них играет каждый день? Не могу за всем усадить, тем более за тем, кто какой-то рекорд поставил. Где вы были прошлой ночью, промежутки между 10 и 10? Дома смотрел телевизор и спал. Кто-нибудь можешь подтвердить это? Куча детей можешь подтвердить, что это место было закрыто. Я не об этом. Я был дома, один. Не покидайте пределы штата, мистер Суэйн, мы еще вернемся. Так. Кто? Давайте попробуем сюда и вот сюда. Подсказку одну взял. И верхом заключение один из трех взял, все. Больше связи. Так. Неплохо, неплохо пока. Так. Итак, никто не знает ни Билли Ли, ни Лула Пали. Как удобно. Как удобно, но только неудобно. Да уж, не для нас точно. Менеджер зал автоматов что-то скрывает, я точно знаю. Давай проверим его прошлое, вдруг найдем что-то, что позволит надавить на него. Хорошие новости. Вместо подтвердили, что при налезвии ножа Маркса совпадает с характерным раной Лу. Ура! Кажется, твоя интуиция не подвела. Возможно, стоит доверять ей почаще. Кстати, я связался с одним общим другом, нашим Слу. В последнее время дела его шли не очень. Не жизнь, а бардак. Он задолжал нескольким букмекерам. Сколько? Столько, что и врагу не пожелаешь. Известно, кому он должен? Нет. Стоит еще раз заглянуть к Маркусу и узнать больше о его пропавшем ноже. И о пропавшей дочери. Главное докопаться до правды, выяснить, почему Билли сбежала из дома. Если выясним, от чего она сбежала, то, может быть, узнаем, когда именно. Пончик. Ничего у нас тут. Нормальненько мы, однако. Ну и пошлите кофеком плернем. А то костюмчик-то хочется открыть. А к стрелку к себе подойти нельзя, посмотреть стену. Было бы интересно, если здесь тоже интерактив был какой-то такой своеобразный. Так, дом Ли, сцена 2-4. Похоже, Маркус не дома. Нет, то есть Джейми. Поосторожней, Кэсси. Развивай неосторожно.
Чем здесь еще интересное, а? Да вроде больше ничего нет. Джейми Ли. Привет, вы Джейми, верно? Да. Помните меня, детектив Кларк? Я говорила с вашим отцом. Помню. Заезжайте, если на вам несколько вопросов о Билли. Да. Где ваш отец? У него сегодня первый рабочий день на новой работе. Ах да, на защитной станции, верно? Ага. Как он себя чувствует после того, как Билли сбежала? Не очень, но с ним все будет хорошо, у него есть новая работа. Здесь одна? Да, но я не против. Когда папа работал на автозаводе, мы с Билли почти постоянно были одни. Скучаете по сестре, да? Да, но она была несчастна здесь. В каком смысле несчастна? Они с папой не ладили друг с другом. Папа изменился, когда потерял работу. Он очень злился, но Билли защищала меня. Они думали, я слишком маленькая, чтобы все понимать, но это не так. Вы сказали, что Билли защищала вас. От чего? Ни от чего. Мне не стоило этого говорить. Так, когда вы видели последний раз сестру? День, когда она сбежала. Она что вам сказала? Прощай. Спасибо, что уделили время, Джейми. Не за что. Пожалуйста, найдите мою сестру. Нам надо осмотреться. Да. Так. Могу узнать, куда ваши медсестники? Я упала. Вы можете быть честны со мной? Я ответил вам честно, я упала. Так. Фрушка. Да вот эту соедини, пожалуйста. Так, а что мы можем здесь искать? То есть мы все вот поискали. С Нейтом я не могу поговорить. Опа, я что-то нашел. Дневник Билли. Папа в ярости не может смириться с потерей работы. Предложил попробовать поискать что-нибудь на полставке, но это, кажется, злило его еще больше. Если не буду работать, то надо сконцентрироваться на учебе. Хотя в такой установке это сложно. У меня почти нет мотивации даже писать флом. Я устала, напряжена. Еще эта установка. Стараюсь не подавать виду ради Джейми. На это становится тяжелее. Хорошая новость. Папа нашел работу. Открылся новая защитная станция. Как ему сказали... как он сказал, мы звонили раньше всех. Он начнет работать только через пару недель. Но это перемена, которая была нам нужна всем. Вечером пойдем в какую-то закусочную центр, чтобы отметить. Это было ужасно. Вот тебе перемены. Ненавижу этот дом. Раньше мечтала влюбиться в кого-нибудь и сбежать из дома. Сейчас я возбежала с человеком, который мне просто нравится. Папа становится все злее и злее. Переживаю за Джейми. Пытаюсь вмешаться, но это только больше злит его. Может, проблема во мне? Ловя бардак, в жизни полный хаос, и мне так одиноко. Не могу говорить с Джейми об этом. Не хочу ее грустить. Полный тлен. Все, я больше не могу это терпеть. Папа за что-то орал на Джейми. Я сказал одно слово, одно. Это сумасшедший схватил меня за горло. Мне нужно бежать отсюда. Это последняя запись, она для Джейми. Когда ты почитаешь это, меня уже здесь не будет. Прости, но я не могу оставаться тут ни минуты больше. Я сопротивлялась желанию сбежать очень долго, потому что не хотел оставлять тебя одну. Но мне страшно. Не за тебя, а за себя. Я ничем не могу тебе помочь, только делаю хуже. Отец бесится из-за меня. С тобой все будет хорошо. Ты всегда была его любимицей. Я очень люблю тебя, буду скучать. Но мне надо бежать отсюда, не знаю, как надолго ли. Но я обещаю, что вернусь за тобой. Целую, Билли. Так. Проблемы дома. Просил про семью у Джейми. Проблемы дома.
Так. Ну, поговорить мы не можем. Поговорить не можем, поговорить не можем. Не, ну явно, что у нас не проблема в школе. Давайте вот так. Вернуть на заключение больше мало совсем. И улик найдено 11 из 12. Такой посредственность. О, проблема дома. Это вполне объясняет ее побег. Да, он не объясняет, почему тот, кому был поручен рассказать, ее убит. Итак, мы знаем, что убитый кого-то разыскивал. Осталось лишь найти девушку. А нам известно, возможно, орудие убийства. Осталось только найти его. Все же прогресс есть. Мы знаем, что Билли была в зале игровых автоматов. Судя по оговорке Джейми, общалась с живым Суэном перед побегом. Он солгал. Что вполне логично, учитывая его мутное, как болото прошлое. Почему-то я не удивлена, что не будет стоить отдельного внимания. Немало, учитывая ситуацию, увлекательно получится чтиво. Думаю, стоит навестить нашего друга Джима еще раз. Пошли еще раз бахнем. Кофе, кофе. Ну что-то я не нахожу, если честно, этот. Если тесно. Там надо было найти этот. Какой-то скрытый. Ништячок, не ништячок, чучок. Какой-то скрытый. Прицел игровых автоматов. Сцена 2.5. Зал игровых автоматов, что на даче. Не забывай, он наша единственная зацепка. Я знаю, что делаю. Опять вы, я уже сказал, что ничего не знаю об убитом частном детективе. Я помню, вы также сказали, что ничего не знаете о Билли, верно? Нет, не знаю, почему вы опять здесь? Но вы знаете почему. В прошлый раз я не знал, кто вы такой, но я кое-что вас раскопала, и это надо было сделать с самого начала. Все уже в прошлом, я искупил свои грехи. Вооруженное нападение, похищение человека, контрабанда, проникновение со взломом, ну и список. Я изменился, я уже несколько лет чист. И я точно не имею никакого отношения к убитому частному детективу. Вы работаете среди молодежи. Что вы сказал ваш работодатель, узнав судимость за похищение человека? Погодите, это была подстава. Одно название, а не похищение. Мы были молоды и влюблены. Мы приняли это решение вместе. Ей было 17, слишком молода, чтобы принимать решение, но вы, Джим, уже были взрослым. Мне было 22, я сам был почти ребенком. Теперь это уже не важно. Разве мы знаем, что Билли была здесь и общалась с кем-то по имени Джим? Мне сложно догадаться, что это вы, так ведь? Вы не знаете, о чем говорите. Вот что я думаю. Билли сюда частенько заходила, и она вам понравилась. Вашей вины тут нет, она симпатична. Возможно, вы разговорились. Она упомянула о проблемах дома, вероятно, об отце. И у вас появилась идея. Вы решили стать рыцарем сияющего доспеха, стать хорошим парнем, спасти ее. Нет, я... Возможно, вы говорили ей сбежать. Пообещали заботиться, стать крышей над головой. Ей 17, уже взрослая, чтобы принимать такие решения, да? Нет, 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 это неправда. Дальше щенка проявляли агрессию, Джим. Меня сердят, я злюсь. Это не значит, что я кого-то убил. Может, все обвинения в падении в итоге привели к чему-то большему?
15 с лишним лет никаких обвинений, ни одного приговора. Человек что, не может измениться? Разве вы стали подрядчиком гражданину? Зачем соврали, что не были знакомы с Билли? Мы знаем, что вы общались, и Лола Пали тоже это знал. Он что-то обнаружил, задавал слишком много вопросов. Я понимаю, к чему клоните, но вы ошибаетесь. Правда? Наверное, легко, когда частный детектив сует свой нос в ваши дела. С меня хватит. Не можете предъявить ничего весомого. Предлагаю вам уйти. Вы знали, что раньше Лола Пали был полицейским? Вряд ли это закончится для вас хорошо. Пожалуйста, я ни при чем. Ну, что-то знаете. Нет, я прощу вам задачу, Кайджим. Все выглядит так. Вы убедили Билли сбежать с вами, а когда Лу, искавший девушку, подобрал слишком близко, вы убили его. Ваше темное прошлое не найдет отклика у присяжных. Давайте будем честными. Окружной прокурор обожает закрывать дела. Вы не можете, я полностью изменил свою жизнь. Тогда выкладывайте, как все было. Хорошо, я знаю Билли. И Лопалио? Он приходил несколько раз, спрашивал о Билли, говорил с другими ребятами, это все, больше я его не видел и точно не был. А Билли, где она? Не знаю, но я могу связаться с ней и устроить вам встречу. Отлично, сделайте это. Так. Два из четырех. Че какие там заключения были? А можем переигрывать, интересно, или нет уже? Суэн не подвел. Закусочный рассвет, 8 часов. Билли хочет, чтобы ты пришла одна, но я не думаю, что это хорошая идея. Суэн не настолько глуп, чтобы что-то предпринять. Меня не Суэн беспокоит, но мне лучше пойти с тобой. Ты можешь спугнуть ее, возможно, это наш единственный шанс. Ладно, иди одна, но я буду в машине на случай, если что-то пойдет не по плану. Че, го за кофе еще? У вас, так мое, 8 заданий будет. Прям Нельграда длинная, я хочу сказать. Прям нормальненько так. Ну, судя по предметам в шкафчике и по поиску предметов, которых надо найти будет. Так. Давайте на последнюю часть тогда. Закусочный рассвет. Центр города, 8 вечера. Так. Рид Стэнфилд. Так. Это еще предмет должен быть. Кстати, скоро к вам подойду. Где же у нас предметик-то лежит, а? Где-то я его пропустил, видимо. А это кто сидит? В нашем месте жалоба подальше от Рида, но сегодня настроение. Маги Кофлин. Кто вы, люди? Не вижу я секретика. Давайте поговорим с Билли. Вы пришли одна? Таков был уговор, верно? Никто никогда не делает так, как я прошу. Вы просили меня прийти здесь. Ну да. У меня к вам несколько вопросов. Так. Почему она сбежала? Вы можете сказать, почему мы сбежали из дома? Я могла там оставаться рядом с ним. Он бил вас? Он скажет, что ничего не делал.
Мне просто надо было уйти, выбраться оттуда. Я собрал вещи, не успев опомниться, сделал это, ушла. Какие отношения с Джимом? Он помогает нам. Не сомневаюсь. Вы не понимаете, вместе мы живем. Мы без него были бы, мы без него бы не справились. Кто мы? За игр автоматов я часть настоящей семьи. Те люди знают, каково это. Они пришли через то же самое, что и я. Такие же беглецы? Да. Джим Суэйн будто управляет общежитием для беглецов, а не залом игр автоматов. Это не так. Тогда расскажите мне правду. Я уже сказала, об этом я и говорю, вы не понимаете. Я пытаюсь понять Билли. Я уже устал объяснять. В вечер, когда Лапалья был убит, у него была встреча. Встреча с кем-то, кого он не считал угрозой. Думаю, это были вы. Это неправда. Неправда, что он встречался с вами, или он все же считал вас опасной? Я не встречалась ни на чем, не это. Вы мне скажите, мы знаем, что он разыскивал вас и был в зале игровых автоматов. Может, вы сами с ним связались, предложили встретиться в тихом месте? Не встречалась с ним, я и в парке тут ни разу не была. Я ни слова не сказала про парк. Возможно, упомянули его раньше, или я видела в новостях. Да, возможно. А что насчет вашей семьи, настоящей семьи? Что с Джейми? Я пыталась защищать ее, сначала думала, что это значит быть рядом. Но потом поняла, что мне придется уйти. Вы говорили с ней после того, как ушли из дома? Нет, с ней все хорошо. Если вкратце, я не уверен, что ваш план по ее защите работает. Блин, она врет про парк. Может, он с этим встречался, с Джимом? Не, ну понятно, что нож. Ну почему? Да эти вообще какие-то непонятные товарищи. Да нет, это навряд ли.
Запутана концовка. Так. Нет, ерунда. Не, что-то все не то. Давайте думать. Нож. Мне кажется, что вот она ушла из дома и прихватила с собой нож как раз. Блин. Все странно, все это, конечно, дело. Не сдаюсь. И пропавший подросток. Что, блин? Паша подросток, ну и жум у тем прошлый, что? Что это дает? Ничего. Вообще не понимаю пока, что происходит. Блин. Да, я сдаюсь. В смысле, я это тыкал уже. Блин, а вот, а вообще не видать, честно. Отсюда видать. Ну, короче, да, я вообще завалил. Ну, вот он, конечно. Короче, накосячил. Так. Расскажите мне о ноже. О каком ноже? Не притворитесь, ноже, который нашла в вашем рюкзаке. Это армейский нож, папа не хотел оказаться на улице беззащитной. Потому и взяла его. Лопалья был убит ножом в шею. Он умер от потери крови, лежа на месте. Я не имею к этому никакого отношения, даже не поверить мне. Не должна, видите ли, мы уже знаем, что лезвие, которым били лопали, такой же формы, как у ножей вашего отца. Я думаю, что попавший нос у вас. Не, не самозащита. Не верю. Давайте, что у нас там. Вы понимаете, как это отразится на будущем Джима? Вы сказали, что он помогает вам, но у него темное прошлое.
Того, кто вас искал, убили, а у Суэна как раз есть история насилия и мотив. Если повезет, он получит большой срок, но Лапалья был полицейским, скорее всего, Джиму грозит смертная казнь. Как это может отразиться на ваших друзьях из алгоритмов автоматов? Он ничего не сделал, пожалуйста. Почему вы так уверены? Может, убив Лапалью, он хотел помочь? Он не убивал его, я знаю, что он этого не делал. Потому что сделали вы? Я не хотела. Что случилось с Лапальей? Он выстрелил меня и заставил встретиться с ним в парке. Я умоляла ее не сводить меня домой. Сказал, почему убежал, но ему было все равно. Поэтому вы его убили? Он не слушал меня, собирался вернуть домой, я не могла туда вернуться. Я не хотела никому причинять вред. Я верю, вы думаете, что не понимаю, но это совсем не так. Простите. Билли, вы арестован за убийство Лапальи. У вас есть право хранить молчание, если скажет, может и будет использовано против вас в суде. Ну все. Много подсказок я, конечно, использовал. С будет, наверное, даже. А не Б. А тут странно, а тут... Я вот одну подсказку взял, уже было Б. Они даже не просто А не ставят. Ну ладно. Ну вот мы с вами прошли вторую часть. Думаю, о том будем с вами эту главу заканчивать. Что собираешься делать с другими детьми? Хороший вопрос. Мы должны собрать и отправить их по домам. Мы же не знаем, каково им там было. Тогда мы можем оставить все как есть, но присматривать за ними, как говорится, свой черт ближе. Даже если этот черт Джеймс Уэйн, решать тебе. Не могу отправить их обратно. Они сбежали просто так. Билли была готова убить, что ее не нашли. Даже думать не хочу, на что готовы другие. Мы знаем, где они, иногда можем навещать их. Тебе так не кажется, ты все сделал правильно? Ты прав, мне так не кажется. Ничего, со временем поймешь. Хотел сказать спасибо. За что? За сегодня. Мне не очень нравилось Лу, но он был одним из нас, полицейским. Карл Арк слушает. Кассандра, ваша работа произвела на нас большое впечатление. Вчерашняя выпускница Академии не может быть легко, но вы отлично справляетесь. Спасибо, капитан Мэрик. Это много мне значит. Хочу предупредить вас, детектив Хьюстон не так уж прост, не стоит ему слишком доверять. Он отличный напарник, он помогает мне. Он сказал мне, что Лапали был напарником? Да, сказал. А, сказал мне, что именно из-за него Лапали был уволен с полиции? Нет. Он вовсе не друг Кассандры, будь осторожен на связи. Так. Ну,